Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Forgotten Hill Solutions. Короче, я так и не понял, что делать, но я догадываюсь, что может быть. Насчет вот этой вот статуи, если вы помните, истина — это ложь, типа. И тут, короче, в книге, где она у нас была, вот, да, коллекция скульптур. Тут говорится вот, что правда не всегда правильный путь. То есть мы можем идти не по истине, а по лжи. Давайте пойдем по лжи. Ага. Ладно. Пойдем с вами теперь по лжи. Немного тяжко понимать. Так, ну пока что мне везет. Блять! Мне, в принципе, нужно было еще один раз перейти и все. Как ты надоел. Вот на самом деле тяжко вот это понимать, типа видно, что я могу и так пойти. Короче, если кружочек, и он показывает волнистую туда куда, значит мы туда идем. Так. Где это последнее должно было быть? Все. Forgotten Hill, опера Аида. Аммонита, что-то там, пролицидиум. Если это грибы, которые мы читали, они должны помогать против головных болей и всего такого. Значит, сейчас идем к парню, у которого головные боли, и даем ему данный гриб. Так, а где он? Кажется, что боль становится слабее. Мне кажется, что она болит не так сильно. Большое спасибо, мне немного лучше. Возьми эту монету. Это все, что у меня есть. Ну а что, теперь у нас есть аппаратура. Пока он не видит, нужно нажимать. Да, легко. Теперь позвольте мне услышать правильное тиканье. Ха. Нифига себе тут книжечек. Но мне понятно, что мне это нужно взять. Так. Мистер... Короче, мистера Клокерса, вот этого мужика в шляпе, если вы помните. Часы GBD. Это человек, который работал в сфере производства сейфов и уникальных замков. Получил невиданные возможности, которые позволили ему установить контакт с параллельным реальностью. Дата его рождения неизвестна, но мы можем найти его творение во всех строениях забытой горы. По крайней мере, построенных после середины 1080-х годов. Ну да, вот этот, я помню, челика. Спектроскоп. Благодаря использованию специальных линз из сложенных шестеронок, господин Клокворк смог создать устройство с обликом нормальной камеры, которая на самом деле позволяет усилить человеческое восприятие. Теперь мы можем наблюдать и, что более удивительно, фотографировать другую реальность, которую он назвал спектр.
Зитель Спектра. После того, как господин Клокворк узнал о существовании спектра, он смог создать уникальный разрыв между восприятием двух спектров. Пользуясь этим используя этот исказитель, он представляет собой небольшое устройство, похожее на часы, коснувшись которого, вы сможете легко переместиться из одной реальности в другую. Подожди, то есть мы играем за внука вот этого Клокверка? Генератор кода. Самое совершенное изобретение, которое сочетает высокую безопасность и уникальную гибкость настройки. Поверните основную часть. Единицу. Зафиксируйте выбранный символ, нажмите кнопку 2. Повторите для всех остальных клавиш 3 и 5. Созданные таким образом, комбинации будут действовать для выбранного сейфа. Чего, блять? Генератор кодов 23.45. Ну ладно. Защита от злого глаза. Данное устройство было создано для того, чтобы защитить ценности от злоумышленников. Данное устройство представляет собой простое, но невероятно эффективное решение. Его почти невозможно взломать и можно открыть, только убедившись, что злоумышленника нет рядом. Понятненько. Что? Я все еще в том же месте? Что случилось? А, видите, а тут так все выглядит. Так, теперь я, как понимаю, я могу решать головоломки везде, да, здесь? Окей, пока что я нихера не понимаю. Ну, на носу ее другая сторона, типа, либо теперь что-то того. Так, здесь нужен ключ. Ничего не нажимается. Давайте с минус второго этажа начнем. Дорогой коллега, полагаю, что я завершил операцию по созданию существа, которое будет охранять музей. Его костная структура и органы, которые я выбрал, делают его гибким и сильным слугой. Более того, нам никогда не придется беспокоиться о его преданности, так как его воля была полностью подавлена и очищена. Мне кажется, что мы не могли простить кого-то лучше, чтобы сохранить наши драгоценные сокровища в безопасности. С наилучшими... С наилучшими пожеланиями, короче, Эйден. Ну это типа охранник, да, которого они создают. Так, ладненько, полетели теперь на первый этаж. Ну, на минус первый. Так, ладно. Типа вода, земля, огонь, ветер.
призывы души. Разместить объекты по углам пятиконечной звезды. Старая книга, сердце, проросток, самоцвет, часть мозга. Положите череп того, кого хотите вызвать в центре. Игра дьявола. Чтобы проучить души из мира мертвых, вы должны подчинить их в игре дьявола. Таким образом, души будут отвечать только зову вызывающего и будут действовать во всех мирах. Если они потерпят поражение 3 раза, они будут возвращены в ад. Извлечение душ. Найдите ребенка, который находится в возрасте максимальной податливости души. Выполните обряд подчинения, извлечения души. Можно начать сразу же. Это вызовет неудержимую трансформацию в Нычкуди. Скорость мутации зависит от возраста объекта и его физической силы. Ага. Использование души. Основная цель полученной души – это обман смерти. Тот, кто принимает души, никогда не будет переживать из-за возраста или смерти. После опустошения Нынчкуди обречен на смерть. Поэтому мы рекомендуем запастись большим количеством душ. Из мяса очень хорошо в тушеном виде или в качестве начинки для пирога. Короче, это просто дети, превращенные в вот эту херню. Нынчкуди, да? Демон мести. Ингредиенты для вызова. Соль, сера, древесные монеты, мужская кость, рука славы, монатина громко. Ну ладно, в принципе, плевать. Рука славы, тыква выращивания на женской могиле. Нарисуйте пятиконечную звезду на месте, где была пролита кровь. Разместите тыкву в центре и другие предметы по углам. Ага, тыква многообразная, вижу. Ну окей. Ну как я понимаю, теперь... Не знаю, нужна мне эта камера или нет. Если могу теперь просто переключаться между мирами. Ну... И что тут? Хотя тут тоже этот жук. Ладно, фиг его знает. О, подожди, назад. Тут что-то есть. Это я одного убил. Я не виноват. Короче. Короче, без понятия, что вообще должно происходить. Короче, дом с антенной. Сейчас попробуем. Ага. Какая разница, что я его двигаю туда либо сюда? Я хочу посмотреть, что там написано. Короче, не суть. Блин, а я на то место не посмотрел с помощью этого камеры. А ну-ка.
сначала по правильному пути пойду. Так, какой-то, короче, крест и зубы. Так, а теперь пошли на ложный путь. А так тут по факту ничего нету. Там кость была. Сука. Теперь заново. Там человеческая кость была и череп был. А, нет? Ну вот же, кость, алло, там мне по списку надо кость для призыва. Ну окей. Ой, тебя возьму, короче. Так, а что у нас здесь хотя бы музыкальные... Посмотрю, как он хотя бы выглядит. Мне нужно, короче, принести что-то, связанное с этими элементами. Ну окей. Так, эти еще были изменены. Доктор Густав Меллар. Его называют доктор Террор, потому что он был одним из самых жестоких серийных убийц своей эпохи. Он держал своих жертв живых по несколько дней, в течение которых он втыкивал длинные ногти в их черепа, чтобы стимулировать точечные участки мозга. Таким образом, жертвы были вынуждены петь или играть для него, не имея возможности остановиться. Ему было приписано 14 убийств. Он был застрелен после краткого судебного разбирательства. Понятно. Простите, сэр. Куратор этого крыла не позволяет никому идти. Кружочек. Короче, пока я что-то не сделаю, я отсюда не уйду. Ну смотрите, к земле можно отнести серп. В принципе. Так ведь. Так, ладно, пока что, значит... Пока что меня сюда не выпускают. А где вообще куратор, мне интересно? А чё это? Нахера оно мне? Мне дать щупальца, просто вот. Так, отсюда я все достал.
обедать? Ага. Вопрос, нахера не мне? Может ли быть это удобрением? Помогите, помогите, мне ключ нужен. Зачем мне дерьмо? Подожди, это не снимается? Не снимается, хорошо. То есть в этом мире, в том мире у меня это фекалии, а в этом синий камень. Минуточку. Сейчас мы все сделаем. Так, это был минус первый этаж. Вода здесь. И чё? Картина открылась. Желтая карта. Ну, допустим, желтая карта. Желтая карта, мы с вами можем сейчас пойти получается в первый сюда поменять время и засунуть карту света. Я получил мозг. Мозг — это мозг. Окей, теперь вопрос, куда мне этот мозг нужно положить? Или как им воспользоваться? Все чисто там типа давать? Ой, постоянно вот это открывать, заходить, закрывать, поднимать. Зеленая карта. Ты чувствуешь, когда мы просто дерьмо всовываем в эти херни? И более ничего, а только дерьмо. Так, давай сразу я тебя опущу. В смысле, я же тебя опустил. Чисто видите, только кататься постоянно вот так. Так, земля, огонь. Да, логично.
пальцы. Ракета какая-то, и что? And what? У меня есть серп, но я не знаю, что делать. Короче, какая-то головоломка и ответ ракета. Так, это мне комната уже не нужна, да? Да. Эта комната мне больше не нужна. О, подожди, а если ему глаз выбью просто? Бедный мальчик, ему ничего нечего делать. Что мне делать с серпом? Я уже тебе помог, я тебе дал лекарство. Я не знаю, что мне еще делать. А я-то думаю, что мне делать? Кусочек бумаги. Я получил кусочек бумаги. Что мне с этим кусочком бумаги нужно делать? Странно. Дело в том, что он просто как бумага, и все. Thank you.
сделать? Вот, у меня есть листочек только. А, ё-моё, чё туплю? Стоя. Я-то думаю, что... На что... Так. Так, а можно лаза поменьше? Ага. Хера не понимаю. Точно похоже. Что-то ни хера не похоже. Ну я понимаю, что так нужно сделать. Но я без понятия, как так поставить. Ладно, я лучше пропущу. Там была ракета, поэтому... Да. О, танцор этот. Опять ты? Хочешь петь с нами? Хочешь бросить мне вызов? Что же, давай сыграем. Игра делала: защитить человека от демона, коснитесь фишки, чтобы выбрать направление для движения, коснитесь... Короче, пойму. Ага, я типа понял. Они могут так перепрыгивать, да? Ах, черт. Не успел, да. Ну ладно, они меня съели.
Ну, блин, мне получается здесь по-любому нужно с этого начинать закрывать. А, все, ну так я хотя бы да успеваю. А что мне мешает? А, здесь нужно 3 хода делать. Ну, допустим. Точно. Что это по новому? Ладно. Ну, нужно было сразу бежать в угол, наверное, попытаться, а ну-ка. Ну да. В принципе, да. А, они сразу разбежались. Вот гады. Блин, он все равно сейчас сюда перепрыгнет. Что-то сейчас немножко не врубаюсь. Ладно. Черт, ты победил меня. Но Рут позовет меня назад, и я вернусь. Счастливые пути в ад, кровавый маньяк. Ну, смотрите, в принципе, с этим мы справились. Да, теперь я могу ходить. Ну что, тогда на этом закончу, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.